Сегодня Владушка готовит магниты, да? Владюш, это у тебя магниты на холодильнике в виде птичек. Да, сыночек? Угу. Вот у нас есть такие птички. Вот еще. Вот, и Владик разукрашивает. Да, вторую птичку покажешь, какая еще? Покажешь? Вот, еще вторая птичка. И вот у нас есть вот такие красочки, да? Вот такой наборчик. И сейчас птички станут очень красивые, да, сыночек? Угу. Расскажи, какие ты хочешь, чтобы они были? Яркие? Ага. Ух ты. Такой будет дядя. Будет клюв. Клюв. А клюв какого цвета может быть? Может, он желтенький будет? Нет? Вот. Вот такой лучше, да? И щеточка. Как красиво у тебя получается. Так что очень интересное занятие, да, сына? Где желтый клубочек? Синий. А теперь ты все красочки смешиваешь, да? Синий, голубой, синий, желтый, синий, зеленый. Не голубой. А это ты песенку поешь, да? И такое. Угу, что это получилось? Наверное, красивая птица будет. Да? Этот попугайчик становится похож. На какое-то зверя. На какого-то зверя? Ты же сказал на рок-звезду. Вот этот зеленый, да? Вот это да, Надюша. Ой, Надюша, какая у тебя идея классная. Воспользоваться пальчиками. А ну покажи пальчик. Так, Владюша пальчик везде помогал. Покажи, что у тебя получилось. Вот такой пальчик. А ты придерживай, может, второй ручкой, нет? А куда ты пальчик? Куда ты дел пальчик? Ой, какой красивый получился попугайчик, да, наверное? Вот это художник. Класс, Владюх. А ну покажи. Ты всеми пальчиками рисуешь, да? Вот так можно интересно рисовать. О, теперь ты можешь эти пальчики прислонить к бумажке, к листочку. Они каждый отпечаток может оставить. Сегодня творческий день. Как интересненько. Покажи. Ну что? Уже порисовал? Ты насладился красками? Ура! Ты доволен? Покажи, как ты доволен.